Всем привет и хорошего настроения, дорогие единомышленники. Немного питерского колорита. Проходные дворы, дворики, колодцы в районе улицы Рубинштейна. Места Достоевского. Просто чуть-чуть пройдемся. Самый центр города. И вот такие загадочные места. Разграфиченные стены. Скользко. Под этим снегом слой неровного льда. Вот они, знаменитые арки и подворотни. Гулкое эхо. Как вам такой вид? Колодец. Истинный колодец. И мы на дне его. Знаменитые сосули. Да, время как будто не коснулось этих дворов. Лабиринт. Ну и как продолжение иллюстрации этих мест загадочных и настоящих, вот такая малая архитектурная форма. Я не знаю, кто это. Не подписано. Квартира 34 с такой своеобразной дверью в проеме. Ну, на Раскольникова-то, наверное, не похоже. Что-то уже более современное. Интересный памятник. Ну, не памятник, тут столик даже присесть можно. Underwood написано. А дверь оклеена объявлениями. Гений – это бессмертный вариант простого человека. Ваш Довлатов. А, это, наверное, что Довлатову посвящено. Какое-то счастье говорить, что ты... А, говорить, что думаешь. Какая-то мука думать, что говоришь. Ну и прочие изречения. Вот так это все выглядит в комплексе. Щербаков переулок. Нет, Щербаков чуть подальше. Это у нас как раз улица Рубинштейна. Это мой Питер. Ресторан. The Sizzle. Sizzle. И вот очень красивое обрамление окна, обратите внимание. И там ангелочки. Питер, зима, места Достоевского. Ничего, такой дворик. Симпатичная ограда. А вот так вот у нас выглядят проезжие части на том же Щербаковом переулке. Помните песню Шнура новую? В Питере говно. Простите за мой французский. Пока так.
Да. Ну, на этом краткий очерк оканчиваю. Всем спасибо, всем привет. Всегда с вами Сергей.